Возвращаясь к нашей теме, мы не придали значения, если честно, потому что, ну, всех же судят как по работе, правильно, по тому, что вы делаете. А у нас на этот момент дела были, ну, самые классные, самые лучшие. Может быть, даже из-за истории вообще развития в челябинском карате здесь, на Урале. Но не понравилось кому-то, что так отодвинули, что забыли. Наверное, здесь какие-то амбиции личного характера заиграли у людей. Вместо того, чтобы, знаете, объединиться вместе и помогать друг другу выходить наверх, начались палки в колеса. Ну, так обычно делают люди, которые не уверены в себе. Уверенный человек, он никогда этого делать не будет. Он готов развиваться, идти вперед в честной конкурентной борьбе. А когда так начинается, ну, вот и началось. Вот, затаил Андрей Дмитриевич Сидоров на то, что его так вот, ну, отодвинули от работы федерации. А я могу объяснить, почему. Ну, во-первых, разлад, который он не мог никак побороть, объединить команды. Во-вторых, он сильно был занят своей работой. Он как раз избирался в депутаты городской Челябинской думы. Вот, сначала районную, потом городскую, то есть практически, ну, не участвовал уже в работе. Он был, вот он был, как номинальное лицо, но участия не принимал и не помогал. Мы думали, может, какие-то связи будут помогать как-то дальше вытаскивать наше карате из вот этой вот ямы, но ничего этого не было. И вот нужна была новая кровь, нужен был новый человек, который это заведет. И все это получилось. Получилось, но, видите, наши успехи для кого-то оказались слишком для... Я уверен до последнего, что все, что случилось 13 мая, было очень грамотно, заранее спланировано с Сидоровым Андреем Дмитриевичем. Потому что за последнее время я посмотрел, как он сильно к себе подвинул Яблонского Евгения, который на этот момент уже являлся и до сих пор является секретарем судейского комитета Федерации карате России. Это такая должность, ну, сами понимаете, очень высокая, влиятельная должность. То есть на нем идут все состыковки, то есть со всей России приходят данные по судейству. Он может там своей рукой собственноручно кому-то дать да, кому-то нет, потому что это не контролируется, это не проверяется. Несколько раз мы были на аттестационных экзаменах, где просили, покажите нам, пожалуйста, наши результаты, о которых вы сказали, что они, ну, не подходят, там сколько-то процентов не хватает. Нет, это нельзя делать. Когда люди так говорят, то значит, там что-то есть, ну, нечистое. Вот. Объединившись с ним, они очень здорово, и узнав наше желание провести здесь, в Челябинске, два очень таких высоких и важных старта, вот, почему мы хотели взять на себя эти турниры? Потому что, ну, знаете, как дома и стены помогают, и ребята были на пике. По нашим просчетам, пацаны должны были практически во всех весовых категориях отобраться на спартакиаду среди студентов. И выиграть УРФО, чтобы отобраться уже на первенство России. Мы прогнозируем наших соперников, видим работу наших спортсменов. И вот у нас был прогноз, ну, это должен был такой фурор быть. Конечно, хотелось бы, чтобы это было здесь, в Челябинске. Федерация карате России доверила нам провести на старт. И вот тут вот, похоже, уже начались вот эти вот мысли, как же сделать так. Ну, Андрей Дмитриевич, мы не скрываем, он до сих пор хочет возглавлять Федерацию карате Челябинской области. Правда, не могу понять, зачем это, для чего он сейчас там уже поднялся, как бы, как по депутатской линии. Вот, тем более, что он здесь, ну, не знаю, уже давно не занимается ни тренерской деятельностью, и ни организационной деятельностью не занимается. Вот. Вдруг вот после этого 13 мая он вдруг сразу опять стал и судить, и ездить на соревнования. Ну, знаете, прошел какой-то прорыв. Человек раз вернулся в работу. Накануне вот этих двух стартов, ну, вы представляете, подготовить первенство Уральского федерального округа и второй этап
спартакиады. Мы хотели сделать все на высшем уровне. Начали работать, искать, где будем проводить, заключать договора, делать все, как... Тем более же там, помните, было ряд событий, связанных с терактами и так далее. И ужесточили меры проведения таких больших общественных событий. Вот. Мы готовились, я вам скажу, 3 месяца минимум подготавливали весь плацдарм. Пытались все украсить, детей подготовили, чтобы правильно организовать работу структуры во время соревнований. Все подготовили для судей. Ну и, конечно же, судья нам нужен был тоже свой, тем более, что мы же выбрали Сергея Бородулина на совете, главным судьей. Это человек, который, во-первых, по уровню уже давно тянет. И он бы не просто вытянул, он бы провел это все замечательно и классно. Ведь свой судья – это не тот человек, который, знаете, влияет на судей, чтобы те дали своим победы. Нет. Это своего рода хозяйственник. Он здесь у себя дома, у него все здесь под рукой. Он обеспечит лучше, чем Евгений Яблонский, подготовку к тому, чтобы судьи приехали и ни в чем не нуждались, спокойно отработали, были заняты только своей судейской работой. Флажки, табло, организовать питание судей, там туда-туда. Это все, в принципе, делает главный судья. Подготовка площадок, все делает главный судья. Евгений Яблонский, мы его знаем давно. Это человек, знаете, какой? Это приехал Королёв. Проверил все, собрал бабки и уехал. Вся работа. Для того, чтобы провести нам на высшем уровне, мы не могли так рисковать. Тем более, вот во многих регионах, Сибирь взять, также нам-то что трактуют? Что вот Евгений Яблонский ответственный за Уральский округ, и такого масштаба соревнования должен быть главный судья только он. Да ничего подобного. В Сибири проводили также, был человек, который ответственный за Сибирь, но на вот таком ранге соревнований параллельно проводил человек такой же квалификации, как Сергей Александрович Бородулин. Он и как специалист в этой области, у него квалификация рефери всероссийской категории. Он реально сдавал экзамен, он знает. Так его все люди знают, все судьи знают, и меня также. И у нас, я же говорю, у нас очень сильный судейский корпус. Ну, видать, то, что вот мы хотели это сделать, вот здесь вот нас они, наверное, как я вот сейчас вот анализирую, и решили на этом зацепить. Мы же до последнего не думали, не знали, что вот пойдут вот так вот ва-банк и так вот по беспределу срывать турнир. Опять же, не нас убивая, а жертвуя спортсменами. Кем они всегда, кстати, прикрываются. Чуть что, а вот спортсмены. Все любят так делать. Но только, блин, ругаться нельзя. Вот тут прям так вырывается. Только делают так. Не задумываясь. Это разменная монета спортсмена для них.